Равновесное сотрудничество с Востоком и Западом без искусственного выбора между ними важно для Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Европейской инициативы. Борьба с терроризмом, ситуация в сфере миграции, конфликт в Украине. Сегодня эти темы обсуждали во Дворце независимости. Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас крайне важно не уходить от проблем, а говорить о них и искать пути решения. Во время встречи выступающие отмечали, что ЕС сейчас переживает не лучшие времена, поэтому объединяющая роль интеграционных образований и отдельных стран предельно важна. Беларусь предложила Венгрии развивать сотрудничество в банковской сфере, агропромышленном комплексе и атомной энергетике. Сегодня премьер-министр встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиартом. По мнению Андрея Кобякова, у стран большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. Венгерские компании могут снизить затраты и налоговую нагрузку при размещении бизнеса в свободных экономических зонах, индустриальном парке «Великий камень», малых и средних городах Беларуси. Как отметил Петер Сиарта, венгерская сторона готова рассмотреть предложение по углублению сотрудничества. Беларусь вспоминает начало Великой Отечественной войны. Главная акция прошла в Брестской крепости. На рассвете пограничники в память о павших воинах спустили на воды Буга венки с зажженными свечами. Затем ключевые эпизоды обороны цитадели воссоздали участники военно-исторических клубов из 11 стран. Митинги, посвященные Дню памяти, прошли во всех пограничных группах и отрядах.